Угроза не глобальная, но вполне реальная. Снова участились случаи укусов клещей в Беларуси. За 7 месяцев этого года люди обратились за помощью к врачам более 25 тысяч раз. Пик сезона весной в начале лета, однако сейчас начинается вторая волна активности насекомых. К концу лета клещей становится меньше в городах и больше в лесах. Специалисты советуют быть максимально внимательными во время загородных прогулок. Важное направление в профилактике клещевых инфекций – это личная профилактика. Если вы собираетесь посещать лесную зону, надо желательно одевать такую одежду, светлых тонов, во-первых, и чтобы она закрывала все открытые участки тела. Второе – репелленты. Это отпугивающие средства, которые можно купить в любой аптеке. Вот. И обработать обязательно надо проводить самые взаимоосмотры через каждый час. По словам медиков, большинство случаев заражения связано с несвоевременным обращением к врачу. Есть и положительная статистика. Несмотря на то, что клещей стало больше, количество переносчиков опасных болезней среди них уменьшилось.